Вот, ну, матч кончился, 90-й год. Вернулся я там почти триумфально. Можно считать, что это пиковый момент. Uh-huh. Потому что выиграл. Еще 3 года впереди. Призовой фунт. Да, получил там 1,5 миллиона долларов по тем временам. Вообще какие-то... Уже не надо было ни с кем делиться, да? Дело в том, что я перестал вообще получать что-либо от государства. То есть я, я перешел на самообеспечение. Поэтому то, что я получил, это мое было. Вот. При этом я помню, там мама там честно какую-то декларацию хотела заполниться в СССР еще. Там никто не понял, что это такое вообще. Да. Потому что там у нас не было же правил никаких. Ну, да. Я там что-то честно там какие-то там налоги там заплатил. Но это все мое уже. Хотя все вопросы, вот там, с ассоциацией гроссмейстеров, с ФИДО, все это, на самом деле, висело в воздухе. Но там проблемы, которые в СССР были, они перевешивали все. Uh-huh. Ну, мы уже как бы в Москве более-менее там обосновались. Там я втянулся во всякую политическую деятельность. Uh-huh. Без ясного понимания того, что я хочу. Тоже так, неправильно. Значит, uh-huh. вот начинается такой сбой программы. Потому что uh-huh. надо же понимать, что хочешь делать. Вот. А после 90-го года, вот после этого матча, определенный тупик возникает. Потому что точно непонятно. Вот с ФИДЕ все висит в воздухе, там в СССР что-то происходит. То ли это... А что значит с ФИДЕ висит в воздухе? Что висит в воздухе? Нет, мне же кажется... Функционирует организация, функционирует... Как она функционирует? Функционировала она себе очень так себе. Ну, она всегда функционировала так себе. Нет, но тогда не забывай, что как бы компоманс президент ФИДЕ. Да. А Советского Союза, как бы, он, покровителя его, как бы, уже там реально нет. Uh-huh. Со спонсорами у него там большая напряженка. У меня с ними, как бы, отношения там конфликтные. Ассоциация гроссмейстеров тоже не самореализовалась. Компоманса выбрали в 90-м году, значит, вот там вот в Нови Саде Олимпиада, его там выбирают, uh-huh. вот, я понимаю, без особых проблем. Но мне как-то хочется все-таки какие-то реформы провести до конца в шахматах, uh-huh. потому что моменты благоприятные, значит, спонсоры, коммерциализация, все это надо сделать. Почему-то там все нормально получается. Там у баскетболистов, у хоккеистов все. Значит, а вот почему здесь? Там еще эту организацию мы создаем, там, Союз шахматистов СССР. Я что-то пытаюсь все время делать. На самом деле, какие-то телодвижения, но с планом плохо. Кстати, начинает на шахматах тоже сказываться, потому что я теряю вот этот ритм подготовки. Uh-huh. Да, идей там еще много осталось, но наладить работу не так просто, потому что все-таки там сборы, там загульба была. Uh-huh. Нет уже, значит. А в Москве все-таки все делать сложнее. Ну, понятно, там вот, имеем возможность, потому что есть деньги, можно там снимать там тоже просто союзную дачу вот, в Пестово. Надо какой-то там новый стратегический план для себя разработать. И вот первые полгода идут достаточно хаотично идут. Мой первый турнир, естественно, Линарос, 91-й год, там, где серия оборвется. Потому что я все-таки с 81-го года до Линароса 91-го года не проиграл ни одно соревнование. Потому что Майс Карпо тоже, я считаю, не проиграл все-таки тот. Или там делил первое место, или выигрывал, или ничья в матче была. То есть вот ни одного поражения не было. Почти 10 лет. Я проезжаю в Линарос, а там состав уже молодежный, потому что там и Анан тоже появляется в Ленаросе. Да. А, Анан, Гельфанд, Иванчук, Анан, как бы, да. Все уже, нет, уже. Камский там, даже появился Камский, уже. Нет, там, на самом деле, там уже... Вышло состав, поколение новое, да? Уже вышло новое поколение. Хуже на старт придумать трудно, потому что в первом туре, значит, у меня жеребьевка с Иванчуком играет. Причем Иванчук опоздал. Угу. Вот его на жеребьевке не было. Я черными с Иванчуком играю. Вася появился, он, или поздно вечером, или утру вообще. Значит, начинаем играть Е4, С5, конь F3, D6, Вася пошел слом E5 шахнул. Мне потом уже, ну, буквально вот, наверное, вот несколько лет назад мы с ним говорили как-то, я спросил, а что ты так сыграл? Хотел ничью сделать. Он говорит, не-не, я там посмотрел, какая-то партия была в сборнике, там, где я конь D7 играл в 76-м году. Uh-huh. И я там решил там как бы там уклониться там. Я, конечно, подумал, ничего себе, там, как же он подготовку. Но я, на самом деле, на слон 5 я тоже пошел конь D7, потому что я как-то считал, что так интереснее бороться, вот, больше борьбы будет. Мне позиция была очень интересная, кстати, вот, но да, должное, Вася, он просто лучше шахмат в этой партии играл. Вот. При том, что несколько раз я упускал шансы, как будто, я обострить игру, там, по-моему, недавно Дреев там очень интересную идею нашел, вот, в своих этих анализах. Вот. Ну и в какой-то момент все равно у меня была возможность там поддержать напряжение. Ну, в общем, Вася хорошо выиграл партию. То есть так проиграть, причем... Переиграли, да? Да. Переиграли, ну, в шахмат. Понятно, я понимаю, где я ошибся. Ну, соперник играл лучше в шахматы. Это очень так неприятно. Угу. На следующий день я с Гельфандом обыграл во втором туре.
очень интересная партия, сложная была. Там, значит, я там пешку пожертвовал, там получил инициативу, хорошо выиграл партию. Отыгрался, ну, немножко успокоился. Mm-hmm. Ну, Карпов тоже там играл, кстати, да. Да. А интересно, что я там играл уже под российским флагом. Mm-hmm. У меня, ну, как нарисован было. А все остальные под советским играли. Mm-hmm. Что вот. Так, такая забавная mm-hmm. история, потому что там все советские были. Там mm-hmm. и Иванчук, там, ну, Белявский точно играл, естественно. Белявский играл, да. Эльвист играл. Эльвист играл, вот, да. Так что... Амский был. Гуревич, Миша. Миша Гуревич играл, да. В общем, после партии с Васей, в следующих 12 турах я набрал плюс 6. Угу. Вообще-то этого хватило. Должно было хватить. Вася набрал плюс 5. И немножко не хватило. Очень удачно Белявский играл в какой-то момент. Просто начал, угу. он там еще вырвался в лидер. Это первый, по-моему, турнир, где было вот 14 участников, который станет такой вот, ну, формат этот станет... Да, 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 да. Да. Классическим, да, да, алинарисовским, да, 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 форматом. Да, да, да. 14 участников, 13 туров. То есть после 8 туров. Значит, у меня было плюс 2, у Белявского угу. было... А очень, у него было плюс 5 даже. У него, наверное, помню, угу. он вообще там блестящий. Он нам Тимона блестящий обыграл вот, вот, в стране. Да, Белявский. Да, 6,5 из 8. Да, да. У него был плюс 5, у меня было плюс 2 вообще, как да. бы там, там еще где-то. Ну, там Вася, естественно, был там. Вася плюс 3. Я выиграл у Белявского и выиграл у Эльвиста. Угу. За 3 тура до конца я догнал. У меня было плюс 4, у Васи было плюс 4. И у Белявского. И у Белявского было плюс 4. Да, да, да. И у меня на финише были Анант, Любович и Юсупов. Первая партия с Анандом была, как бы мы играли с ним. Давайте посмотрим. Е4, Е5. Ну, там вот как раз я, он пошел конь F6, да. и я тут, ну, вот тут разработка первенства мира уже. Ага. Конь Е4, слон D3, D5, конь E5, слон D6 тогда все играли, рокировка, рокировка. Вот мы тогда много это смотрели позицию, c4, слон E5. Это, ну, кстати, ага. очень быстро все исполняли, потому что Анант же быстро играл тогда. Да, ферзь D5, да. ферзь C2. Конь b4, слон e4, значит, конь c2, слон b5, слон f5, g4, да, здесь, если я не ошибаюсь, да, g4, да. слон g4, слон e4, слон e4, конь a1, конь c3, а, слон e4, не, слон f4, вот, f5, слон d5, король h8, ладья c1, ладья c1, c6, слон g2, слон g2, ладья d8. Ладья fd8. Ладья fd8, да. Конь d2. Конь d2, да. Конь d2. Сижу довольный, сейчас все сейчас по анализу идет. Он буквально просто бьет на d2 просто. Там я вообще да. почти не думаю. Побил на d2, слон 2, ладья d8 ходит. Ну, так вот, типичный анант такой, да, как бы, да. Ну, так не должно быть. Это, вроде это проигрывает, на самом деле, но как бы, но... Ну, надо же придумать, как это сделать. Uh-huh. И я тут начинаю просто тут пар из ушей пошел. Uh-huh. Что-то я слон с трипом пошел. Да, да, это правильный ход. Правильный, еще ладья d1, слон d1. Да. Но я понимаю, что здесь должен быть какой-то, как-то вот это оно должно получиться там конь uh-huh. как-то у него. Но я что-то я очень быстро... Вот слон f1, ну, надо было пойти. Да. Плюс-минус столбик, но в итоге... Ну, правильно, да. А я, по-моему, b4 что-то иначе... F4, пожалуйста. F4. Ну, после F4 сразу ничья получается как-то. Да. Конь сейчас... Конь C2. C2, король F2. Да, король F2, король G8. Ну, да, ну, тут ничего не выходит. A4, A5. А, вот, да, я пошел A4 здесь, да? Да. И вижу, тут 7, A5 сразу. Да, тут, ну, я думаю, коня отрежем сейчас, тут да. как-то тут запатуем опять. Он... Все, ничья. Слон опять конь d4. Нет, ничья да. сразу, да. Четенько. А потом партия с Любовичем, причем там у меня была очень хорошая позиция, потом она стала безнадежной, я что-то там подставил, а потом в диком цейтноте обоюдном там Любович там зевнул все, что можно было зевнуть. Угу. Но проблема в том, что Вася две партии выиграл, а в общем перед последним туром Васи на полочка больше снова. Я не знал, думал, как с Артуром играть. Он выиграл две партии, и в последнем туре у него с Тимоном интересная партия. Mm-hmm. В гамбите маршала была mm-hmm. такая сложная партия, они ничего сыграли. А я с Артуром ничего реально не получил, мы играли, значит, я пошел c4, Артур там чуть ли не f5 пошел. Mm-hmm. И я потом перешли в какую-то английскую, я даже не ходил d4. Белых ничего не было, а потом вообще стало у меня хуже, я, ну, спасся. Mm-hmm. Ну, плюс 5, ну, достойно кончил турнир. Вот, хотя я, рейтинг я уже в матче с Карповым потерял. Я, на самом деле, в матче с Карповым потерял рейтинги. Карповым... Ну, так обычно и бывает, кстати, чемпион мира теряет. Нет, интересно, что когда Карпов был чемпионом мира, там было же правило, вот его, я не помню, как оно модифицировалось, что за победу в турнире рейтинг не терялся.
Карпов, ну, под себя правила сделал, потому что победа и даже дележ не терялся. В турнирах точно это правило действовало до какого-то времени. А в матчах помню, что мы когда с Белявским говорили, норма сохраняется или не сохраняется. Потому что я-то терял все время с Карповым. Вот, все, как бы, постоянные были потери, потому что я все время переживал по рейтингу, выигрывал на соплях. Я думаю, что я потерял прилично, например, вот в последнем матче. И вот этот вопрос, норма есть или нету, почему-то мне Белявский сказал, что зачем этим заниматься, говорит, в принципе. Все равно следующим, как говорит, следующий соперник будет Иванчук. У него там уже там, будет там, 20-50. А я говорю, ну как же играть в матч? Я говорю, это же играешь в матч, задача выиграть его. Вот, а у тебя рейтинг снимают. Вот я вот выигрываю Карпу матч за матчем, а там потерял там очков 40 рейтинга. Да, там суммарно просто уже. Я помню, Белявский сказал, что говорит, нет, там Вася будет. Но у всех уже убеждение было, что как Вася... Новая звезда большая, да? Да, в январе Вася выиграл Юдасина там чуть ли не 4,5 на какими-то разгромным счетом. Вот, а, там президентский матч. Да, так интересно. Тогда все тоже считали, ну, а нам там... случайный человек. И Ананта разгромил Дреева. Там, в Индии. А в Линаресе, я сейчас помню, в начале, вот как раз той жеребьевки, которой Васи не было, а там была проведена жеребьевка не только турнира, а еще жеребьевка четвертьфиналов, которые должны были все вместе быть в Брюсселе. В августе 91 года должны были играть как раз. Я помню, там Карпов там вышел, вынул Ананда, страшно был доволен, что он с Анандом играет. Иванчук Юсупов, Тимон Корчной и Шон Гельфунд. В театре тогда, я помню, было открытие. Вот я, я даже зрительно даже помню, как там Карпов вышел, Ламант. Вот. Кто такой? Почему да. Не знаю. Не, ну, тем не менее, понятно, что он там шел вверх, все-таки он уже был там чемпионом мира, там среди юношей был. Но его как-то серьезно не воспринимали. Так быстро играл вообще. Вот такая манера игры была. Хотя, интересно, я там смотрел какие-то партии, ну, там творческие какие-то идеи новые, там видно было, что он двигался вперед. А Камский сыграл очень плохо там, в Ленаросе. Последнее место. Да, он там провалился. У меня партия с ним была там буквально, я не знаю, там, по-моему, ходов 20, что ли, продолжал с белыми там. После Ленароса, ну, такой, ну, в конце концов... Жизнь там, продолжается. Жизнь продолжается, да. Естественно, там Дворкович не применил сказать, что ну так... Что я тебе говорил, да? Нельзя все время выехать. Серьезный звонок был, конечно, в мае. Вот там турнир в Амстердаме. Вот уже почувствовал, что истощился вот как бы вот запас, вот идейный запас, вот надо было как-то что-то менять. Турнир, значит, я первые 6 ничьих сделал. Просто ни одной партии не выиграл. В первом туре я там ничья была, по-моему, с Вандервиллем. Потом там я с Гуревичем ничья, там с Саловым ничья. Потом с Шортом ничья, потом с Яртасом, тоже такая хорошая поясничья. А в шестом партии с Карповым, ну, я должен был ее проиграть, естественно, что-то безнадежно стоял, потому что Карпов получил перевес там, на втором контроле, тогда уже там, 2 на 40, час на 20. Как-то я там чудом спасся, что просто даже не знаю, как там. Я же там без фигуры играл, какая-то там игра, и, в общем, спасаюсь. Все, 6 ничьих. Ну, в последних 3 турах как-то там Виктор Львович обыграл. Кстати, хорошая трандийская. Виктор Львович попадал просто. Да, я даже помню, в 95-м году я играл после матча на первенстве мира, я играл в Цюрихе в турнире. Играл опять безобразно. Там проиграл Васе там белыми. Значит, ну, в общем, набрал 50%, выиграл там у Корчного одну партию. Причем в хорошем стиле выиграл. Корчнов встал и говорит, что это такое? Он говорит, играешь так, ну почему? Со мной так, да? Встал. Что это такое? Такое несчастье. Выиграл Корчнов. Очень интересная партия с Тимоном была. Потому что я неожиданно начал за что-то бороться. Потому что там плотная игра была. Там Шорт и Салов в итоге там поделят первое место. А с Тимоном очень интересная такая партия. Ну, ничья получилась. Потом еще как-то там Любович обыграл в 9-м туре. Набрал плюс 2, поделил с Карпом в 3-4. Но вопрос даже не в том, что там 3-4. Плюс 2 результата какие-то. С игрой вообще... Вот, ничего не получается. Это с мамой советовался, надо что-то делать, как-то, значит, надо с кем-то начать работать. Нужна свежая кровь какая-то. Вот. И кроме того, надо думать, что делать дальше, потому что там матч на первенстве мира, непонятно, где он будет проходить вообще. У меня были надежды, что в Америке, что удастся раскрутить что-то. План был поехать в Лос-Анджелес, там как раз вот общаться со спонсором, с Тедом Филдом, который тогда финансировал половину Нью-Йоркскую. Тоже, в общем, план был так...
все белыми нитками было шито. Но, по крайней мере, как идея, значит, тогда родилась, значит, вот, значит, пригласить Сережу Макарычева. Uh-huh. Начинается у нас работа, значит, на там, следующие 3 года вот я буду работать с Сережей. И мы проводим сбор в Лос-Анджелесе. Ну, как, матч, например, все равно не получился, но мы там, по крайней мере, какие-то новые для меня вещи, значит, открыли. Во-первых, я решил вернуться в Е4, то есть, значит, uh-huh. уже начали смотреть там серьезно, там, сицилианский, ну, со стороны белых. Потому что я-то играл Е4 под Карпова, uh-huh. Е4, Е5 только, да, вот как будто. А все остальное, ну, там, оставалось за кадром. Обычно все-таки я в турнирах D4 играл. Но после вот Линареса и после Амстердама мне стало ясно, что надо, конечно, что-то делать. Нужно расширять кругозор свой. И мы начинаем смотреть много в Е4, там, причем разные самые вещи, там, по французской я начинаю размену ЕДЕД смотреть, вот uh-huh. этот, с кони в 3, там, uh-huh. ну, опять, по тем временам революционная вещь достаточно, не на ничью, а на самом деле на такую, такую новую игру. В сицилианских каких-то мы там насматриваем вещи, ну, для, как бы, универсализации, мы, короче, любил такую там, чтобы универсально. Uh-huh. Начинаем смотреть Слон С4, неважно, потому что там против там, Найдерфа Слон С4, uh-huh. против там 4 коней Слон С4. Начинаем что-то смотреть там в Челябинском варианте. То есть, ну, везде что-то начинаем смотреть. А черными, я как говорится, сохранял свою, как говорится, вот староиндийское и, ну, немножко староиндийское смотрели, староиндийское и сицилианское. Это вот uh-huh. эти два дебюта. Черными было проще. А белыми такое расширение произошло, и результат сказался. Когда работаешь, оно что-то как-то uh-huh. вот получается. Первый турнир вот, уже в новом качестве с этими идеями, это турнир в Тилбурге. Октябрь, наверное, 91 года. Там 8 человек, 2 круга. Ну, кроме меня, Карпов играл, Ананд играл, Шорт играл, ну, просто Камский играл, Корчной играл, uh-huh. Тимон играл, и почти уверен, что Бореев играл. Ну, состав уже более чем достойный. Значит, ну, к этому моменту, что интересно, уже закончились четвертьфинальные матчи. Интересно закончились. А Вася проиграл Юсупову. Но последняя сам партия у них вот эта быстрая была. Ну, да, но, да. Но Юсупов выиграл черными. Правильно. Черными выиграл старандийскую блестящую партию, да, Артур. Артур, вообще, надо сказать, что он же чудом прошел вот этот первый этап отборочного. Он с Сережей Долматовым играл. Сережа вел +1. Артур выиграет последнюю партию чудом mm-hmm. белыми. И потом, по-моему, в переигровке потом выиграли. И также Артур сравняет счет с Васей в последнем mm-hmm. туре. Потом мы когда обсуждали, по-моему, Сережа Долматов сказал, что говорит, теперь понятно, почему я проиграл, значит, Артуру. Потому что задача Артура была выбить Васю из цикла. Ну, потому что понятно, что там, конечно, у Долматова шансов не было. Но Вася играл очень хорошо тогда просто. И он доминировал в матче, но после 8-й партии он просто после поражения он сломался. И явно, он явно был фаворитом цикла тогда. Ну, конечно. Он шел вверх, все. И проигрывает, он проигрывает Артуру. Тимон выиграл Корчнова достаточно легко. Другая сенсация была Шорт Гельфанд. Все считали Гельфанда фаворитом. Нет. Проиграл. Угу. Очень тяжелый матч был. И, в общем, вылетает. В общем, Вася, Гельфанд и Иванчук, как бы два, ну, Иванчук первый, Гельфанд угу. второй, два фаворита. Вот. Они межзонально выиграли тогда вот вместе. Поделили. Вот. А Шорт тоже проскакивает. Кстати, интересно, что Шорт же заскочил в межзональный чудом просто, значит, выиграв там в последнем туре у Гуревича. Угу. Черными. В разменной французской угу. просто. А Гуревич, который там лидировал там, да, значит, в Манильском межзональном, проигрывает 2 последние партии. И не попадает. Тогда Миша не попал. А Шорт заскакивает там, значит, на подножку уходящего вагона. Ну, это же показательно вообще. Вот те, кто выигрывает последние партии. Вот, знаешь, вот. А, или кто-то проигрывает последние uh-huh. партии. Вот это очень важный момент. У меня с Карповым же как бы счет был, всегда был там, значит, почти равный. Вот одна вещь, как говорится, во всех матчах повторялась. Я всегда выиграл решающую партию. Uh-huh. Вот все было очень близко, только вот решающую партию я всегда выигрываю. Вот когда надо выигрывать было, я всегда выигрывал. Неважно, отставал я в матче, впереди. В общем, вот когда наступал момент кризиса, все решающие партии я Карпову выиграл. То же самое, если посмотреть, как бы, вот, там, почему Вася не добрался никуда. Тут всегда в решающий момент... Психика не... Всегда, ну, как близко он будет с Пономаревым. 2002 год. 2002 год. Вот. Казалось бы, уже обыграл Пономарева. Да. Да. Нет, он обыграл. Он обыграл, по-моему, до этого Ананда обыграл, что там, в принципе. Да, Ананда обыграл. Обыграл, да. Ананда. То есть вот всегда вот будет, Вася будет всегда подводить вот последний. Ну, да. А Шорт, вот он
пробился, он выиграл эту партию. Он тогда в Маниле важнейший у него, попал в межзональный. А выиграл, он, получается, у Спилмина выиграл. Матч, такой лондонский матч они сыграли. Ну, все-таки Спилмин тоже был в те годы там элитный шахматист. Да, конечно. Да, все-таки, да, был. Он же уже... Одно время он четвертым был, да. Не, но он же выходил уже в претендентский. И до этого, то есть, тоже там в полуфинале-то с Тимоном играл в 89-м году. И тоже все считали, что Спилмин фаворит. Шорт выиграл. Интересно, сколько ошибок допускали. Анан победил Дрейва тоже в одну калитку. Шорт потом побеждает Гельфанда. Но самый интересный, конечно, матч был Анан Карпов. Карпов выиграл на таких соплях. То есть Анан просто доминировал в матче. Просто реально доминировал в матче. Там. И Карпов выиграет восьмую партию. Кстати, тоже показательно. Он выиграет восьмую партию. Он выиграл Юсупову восьмую партию в тяжелом матче, который тогда был. Выиграл здесь восьмую партию. Вот у Ананда. И... выигрывает матч. Может, переигровки, скорее всего, уже в Рапид она мог бы принять его. А и полуфинальные пары Карпов-Шорт и Тимон Юсупов. Тимон Юсупов такой ремейк. В 86-м году Артур у него выиграл как раз полуфинал. Тогда очень хорошо в Голландии. Вот. И должны они играть в Линаресе. То есть уже в Линаресе в апреле 92-го года. А так мы все собираемся в Тилбурге. Элитнее трудно придумать турнир, потому что Тимман, Карпов и Шорт три полуфиналиста. Играют три полуфиналиста. Ну, да. Да. И в 91-м году, как раз вот перед Тилбургом, у нас сбор, ну, это такая уже не ассоциация гроссмейстеров, но мы все равно там как собираемся обсуждать, может, тут Фиде тоже подключилась. А что делать со следующим матчем? Я там нашел потенциально другого спонсора, в Лос-Анджелесе мне казалось, что может это получиться. С кандидатом у них были, на самом деле, проблемы, и тут вылез Куатли с какой-то идеей проводить матч в Марокко. Причем, значит, так, он там привез заявку на 4 миллиона долларов. Конечно, вот я думаю сейчас, надо было бы согласиться, потому что... И посмотреть, как он будет ее исполнять. Да нет, там, я думаю, просто, ну, типичный блеф был такой. Вот, знаешь, как Ботвинник говорил, пусть дядя ходит, да, вот, да. Дай возможность сделать ход. Но тогда, значит, мне показалось, нет, ну, это как-то вот, как ему уступать, да, и вот. И я уговорил людей в Лос-Анджелесе, которые, ну, другие были уже, там, сдать заявку на 3 миллиона. При том, что в тот момент денег у них еще реально не было, но казалось, что матч, что получится, все. Переоценен был матч, в принципе. Мне кажется, на тот момент еще этих условий не было. В общем, надо было понимать, что объективно оценивать ситуацию. Я думаю, что вот заявки 93-го года, реальные заявки, вот, они будут как раз в рамках того, чего матч стоил. Потому что матчи с Карповым все-таки они были особые. У них была своя политическая подоплека. А реальная цена, вот, которая потом уже в 93-м году Манчестер предложит, это, по-моему, там что-то порядка больше полутора миллиона долларов. Ближе к двум туда. Вот там где-то все и находилось. Ну, по тем временам все-таки немножко другие деньги. Все равно больше всего. Но мне казалось, надо там давить дальше. И вот мы, я помню, выбирали Лос-Анджелес. И тогда решение, по-моему, было, да, в пользу Лос-Анджелеса принято. Все-таки как бы я там продавил его. Зачем, неизвестно, потому что потом придется долго там отдуваться, и все равно денег они там, 3 миллиона они не найдут. А потом Тилбург, вот этот турнир, значит, и там уже началось все хорошо. То есть вот там вернулось, вот, как мне показалось. Знаешь, сила, вот, да? Сила вернулась, интерес к шахматам, там, новое что-то, свежее. Начал там очень хорошо я, значит, я там в первом туре Тимона обыграл, в Традийской, Ж3. А во втором туре, я помню, партия, я с Корчным играл во втором туре, и, значит, дебют Е4, Е6, Д4, Д5. Я Е4 пошел. Да. Виктор Львович, французскую. Свою. Я пошел ЕД. Корчного просто лицо было вообще. Угу. Как это вообще? Как такое ЕД вообще? Это, что за безобразие? Просто оскорбление. Не уважаешь меня, да? Да, ЕД. Я пошел конь F3. Ну, не уважаешь, не уважаешь. А причем я даже помнил, что Виктор Львович, вот как бы он играл вот конь F6, лунгин C5. Вот если мне память не изменяет, так он играл вот в том самом сеансе в 75-м году. Вот я даже помню партию. Я почти уверен, что на второй доске Лёва Эппельбаум... Отсушил его, да? Да. И он конь F6, лунгин C5 играл. Вот это... Но у меня тут идея была. И он так и сыграл. Очень был, очень недоволен был. Я сделал рокировку. А вот ход неожиданный совершенно. Рокировка. И, значит, C4, я даю шаг здесь. Слон E7, слон F1 ухожу. И на рокировку тут я, по-моему, там слон G5 пошел здесь. Вся идея, как говорится, на самом деле, что я здесь сейчас... Ну, в общем, пешка-то немножко слабая, тут мы начнем окучивать как-то. Ну, ничего белых, в принципе, нету, но...
И чем дело закончилось? Я выиграл партию. Корчной был просто в бешенстве, просто, чтобы его обыграли. Причем он-то считал, что я что-то специально не делал, хотя на самом деле я так сыграл и с Шортом еще. У меня был большой перерыв. Шорт играл с Гуревичем, как раз, когда Гуревич пытался засушивать. Конь F3, он с G4 играл. Там у нас тоже была идея с Макарычем. Ферзь E2 шах, там я вообще там, революционные идеи какие-то изобретал. Интересно, что во втором круге Корчной, вот, из принципа, он в стороне диска сыграется на разменный вариант ДЕ. Ну, я тоже, я хорошо готов был, такая сложная партия, вот ничья будет. Ну, то есть, будет на победу ДЕ. Я когда сыграл, я думаю, бежи, пойдет ДЕ. Просто отомстить таким образом. Я выиграл во втором туре у Корчного, потом ничья с Камским была. Потом обыграю Борея, устранить. Хорошие партии. Все такие партии хорошие. Так, ну, опять, пошло дело. Пошла игра. И с Вишей в пятом туре. С Шортом в шестом, с Карповым в седьмом. Да, ну, с Вишей партия, конечно, это один из анализов как раз. Е6, Д4, СД, значит. Виша тогда играл от конь С6, конь С3, ферзь С7, слон Е3. Но здесь то, что мы начали с Макарычем смотреть. А6, слон Д3. Это вот система, которая, значит, надо смотреть. Конь F6, рокировка. Конь Е5, H3. Значит, это все теория была. Слон С5, король H1, D6, F4. Значит, Виша пошел конь С6 тут. Сильнейший ход, видимо, конь D7 здесь. Вот. Я, кстати, потом проиграл латье там по дурости. Конь D7. Вот. Там со мной Вася играл тоже конь D7 потом в Новгороде. Потом латье. Точно. Да, вот. Ну, много тут партий. Много партий было, на самом деле. Там я в сеансе с этим, с Милошем я играл, когда сеанс бразильской сборной давал. Он конь G6 ходил. Вот. Ну, в общем, по этому белых очень перспективная здесь. Как бы. Но, видишь, конь C6 пошел, но есть E5. Да. E5 ход. Вот. Тут пан. Это как бы основная идея анализа была. E5. Значит, он пошел DE здесь, видишь. Ну. Он пошел конь E5. Ага, конь E5 здесь. FE, DE. Вот. И здесь я пошел слон B5, но это не лучший ход, по-моему. Да нет, нормально. Нормальный ход, да? Отличный ход. Слон B5, да? Слон B5. Красиво. Но он побил на B5, видишь? Да, надо было... Ну, слон B5, А точно проигрывает партию. Да. Да, надо было королем куда-то уходить, да, наверное, здесь. Король F8, ладья F6, да? Ну, дальше как-то все сложно. Да, дальше будет сложно, но... интересно. Так надо было играть. Там вроде это лучше было. Потому что АБ проигрывает форсированно. Правда, надо сказать, что вот здесь с этого момента я начинаю сам играть уже здесь. Конь B5. Ферзь C6. Слон C5, ферзь C5. Ладья B6. Конь D6 шах. Конь D6 шах. Король E7. Вот здесь уже ладья F6, да. Ну, красиво. Ладья F6, GF. Конь CE4. CE4. Вот. Ферзь D4. Ферзь H5. Красиво. Хорошая партия такая. Ладья F8, да? Другого не видно, да, ладья F8. Ладья D1. Все в игре. Все в игре. Ферзь E3. Ферзь E3. Ферзь H4. Ферзь H4. Ферзь F4. Ферзь E1. Классика. С другой стороны заходите. Открутились, мы с той стороны заходим. А когда же был ладья A4? Ладья A4. Это против ферзь B4. Да, ферзь B4, да. Ладья A4. Ферзь C3. Ферзь C3. Мат напал. Просто. Ладья D4. Ладья B4. Ферзь F1. Король H2. Король H2. ЕД. ЕД. Ферзь C5. Ферзь C5. Знаешь, как ферзь C5 здесь. Ферзь C5. Ферзь C5. Ферзь F4. G3. На шахах больше нет. Да. Король D7. Конь B5, да? Конь B5, да. Ну все, здесь так уже видно, что... Да, ферзь C4, G3 сдался. G3. Ну, красиво. Красиво, хорошая партия. Ферзь H3 мат снова ставит. Да. У Шорта близко было. Не выиграл у Шорта. Там чудом не выиграл у Шорта. Безумная партия с Карповым, да? Да, она долгая партия. Но там интересно, потому что там будет вариант этот с... Будет страндийская. Ну, там тоже как. Вот я тогда играл, просто именно, чтобы свежесть показать. Потому что Карпов-то уже там новую систему применил. То есть, как бы E5, значит, он тогда... Тоже, видимо, готовился. Конь C6, D5, конь E7, конь D2, значит. Опять A3, значит. Ну, мы играли по нашей по партии. Вот это F5, B4, король H8. Вот это то, что я... F3, значит, да?
Конжи-8, это моя система. Да. Вот самая. Да. Ну, это, кстати, вот то, что я тогда в шлефте придумал с Карповым, потому что идея же, что если белый ходит конь b3 плохого, тогда АБ, значит, уже c5. Но тогда черный быстро конь f6, конь h5 проводит, конь на b3 плохо стоит. На самом деле, это, как говорится, не то место. Вот. Поэтому, как бы, белые тут ферзь c2 играют, как бы они продолжают ждать, чтобы c5, конь c4 попробовать поставить, в принципе. Значит, да, значит, я здесь... Ну, я что хожу? Конь g6. Я хожу конь g6 тут. Конь g6. Потом Вася придумает ход слон d3, если мне важно. Заставить меня все-таки двинуться f4. Я-то хочу конь h5 пойти здесь. Значит, а Карпов пошел, значит, он пошел здесь. Да, конь b5. Конь b5. Там АБ, да? АБ, конь h5. g3. Конь f6. Да. c5, слон h6. Слон d7? Да. А слон d7, да, сначала слон d7, ладья b3. Ладья b3, да, хороший ход. Я потом с Камским слон h6 сыграю. Слон h6, тоже интересная идея будет. Слон h6, ладья c3, слон f4, я там буду там изобретать идеи. Вот, да, вот. Но это, кстати, новое было. Вот Карпов, они эту расстановку подготовили. Вот. И я тут, мы смотрим на позицию, ну, думаю, тут надо же самое что-то... Мат ставить. Ну, не мат, надо что-то сделать такое. Да. И ход конь b3 сделал. Ход. Ну, ход там, ход не лучше, но... Просто, и мне кажется, это настроение того времени показывает. Смотрю на позицию, ну, тут можно конь g3 пойти, знаешь, просто вот так вот. Конь g3, hg, конь h5. Вот. А, ну, я анализ не помню, но не очень корректно это все. Не очень. Да. f4. Прям скажем. f4, да. f4 я, значит, пошел. Ев. Слон h5. Нет, c6. c6, да, c6. Вот, вот важный ход c6 нас надо сделать. c6, значит, я бью bcdc. Да. Конь g3. Да. Ладья g3, да. fgcd. Такое соотношение фигур такое не слабое, да? cd, g2, ведь просто надо здесь... Ну, пешку здесь придется как-то отдавать. Ладья. Ладья f3. Ладья f3. И здесь fgd7. fgd7. Слон b2 вроде логично. Ну да, естественно, меняет здесь все это. fe? fe. Ну, тоже меняем. Да, ладья f8, ладья f8. Конь e4. Конь g4 надо было играть, да. А сыграл он слон g7. Слон g7, ферзь g7. Да. Вот. Ферзь e4. Ферзь e4. На самом деле, это как бы сейчас надо ферзей поменять. Я уже чувствовал, что, в общем, здесь как бы надо, ну, не так все поменять. Просто, хотя, конечно, пока ферзи, это не очень хорошо. Надо как-то от них избавиться. c5 я пошел. Ферзь f6. Ферзь f6, да. Ну, нужно понападать. Конь f3, ферзь f4. Ферзь f4. Ферзь e7. Да, не подают. Ладья f7. Ферзь f6. Ладья f6. Ферзь b3. Карпов тоже понимает, ферзей надо держать. g5. Логично. Логично двигаться начинаем. Конь c7. Конь c7. g4. Каждый свое дело занят. Конь d5. Ферзь c1. Ферзь c1 шах, да, ферзь d1. Взял. И ладья f5. f5. Интересное окончание такое. Конь e3, да? Да, конь e3, ладья f4, конь e1. Конь e1, это что он? Ах, съесть хочет. b4. Да. Значит, ну там дальше, значит, он взял на g4 здесь, да? Да. Вот. А, ну тут как бы интересно, значит, ну, во-первых, брать... Значит, я начинаю думать вообще, вот позиция, я помню, значит. А, ладью за слона отдавать, ну, кони, ну, пешки мешают, значит, да. И, значит, потом мы, значит, там, играем, значит, в итоге, значит, я там остаюсь без пешек, значит, и я, значит, помню, прихожу, я сейчас думаю, что-то очень опасная позиция, значит, как-то, ну, все-таки три фигуры против ладьи на полной голой доске, а потом я просто понимаю, что... Ну, понятно, я от пешки я избавился этих. Значит, он должен слону убегать от моей ладьи. Я понимаю, что, в принципе, если я прячусь с королем в угол правильный, в черный угол, а ладья будет там, он ничего сделать не может просто. Вообще ничего сделать не может. Просто вот. И вот он начинает... Я не знаю, он, кстати, понимал это или нет, Карпов. Вот. Я просто выстраиваюсь вот так вот. Королем ушел сюда. И он начинает крутиться там вот это. Там, сколько там? 113 ходов. Да, в итоге он слона отдаст мне за ладьи. 114 ходов. Ну да, в общем, да. Вот это. А такая... У меня такой необычный, но я тут доволен был. Знаешь, первый круг, у меня там плюс 4 уже. Вот, как бы, значит, игра идет такая свежая такая, интересная игра. Значит, потом, значит, я снова обыграл Тимона. Так, до кучи. Там Тимона я уже обыграл регулярно там.
с Корчным будет ничья. Вот это вот, вот. С Камским, кстати, тоже будет неудачно будет складываться. Я, значит, я в Шотландском даже хуже белым получу, но ничья будет. А потом обыграю Бореева. Uh-huh. Хорошая тоже партия в этом. И за три тура до конца у меня плюс 6. То есть опять игра идет, все игра хорошо? Игра идет, все хорошо. И тут впереди две партии, значит, черными с Анандом и Шортом. Значит. Ну, Ананда я уже один раз обыграл там. Да, значит, ну, с Анандом вот это интересно. Но это вот старые, как бы, знаешь, заготовки. Потом начинаешь понимать, что, значит, все надо проверять, как бы. Значит, А6, Ананд ходил здесь F4. Я, значит, играл Е6, слон D3, конь BD7. Тут, тут мы анализировали это, я еще играл вот так, по-моему, с саксом играл. Значит, ну, эта идея была опять, опять идея Никитина была. Любимый, uh-huh. знаете, ферзя, пожалуйста. Uh-huh. Ферзь B6, ферзя опять надо. Слон Е3, значит, это... Причем, я когда уже ферзь B6, она что-то удивился немножко, значит, потому что испугался, потому что связка, uh-huh. значит, слон Е3, я побил на B2, конь B5, АБ, конь B5. Вот, теперь ладья опять, вот была вся идея, ладья опять. Uh-huh. Ладья b1. Но здесь я хожу ладья b5. Вот в этом идея была Никитина. Взял-взял. Ферзь a1. Да. И ладья b6 появились. Да. Ладья b6. Слон b6, конь b6. Вот. Но я сейчас смотрю на пальцу с ужасом смотрю. А тогда, значит, я помню, Никитин говорит, да, ну, сейчас тут раскрутимся, как это там, три фигуры тут, тут, тут. Ну, раскрутимся. Тут, иди раскрутись. Да, значит, он пошел ферзь c3 здесь. Да. Ферзь c3. Что я пошел здесь? Слон Е7. Слон Е7, ладья Б1, конь Д7 приходится ходить здесь, uh-huh. ферзь бьет Ж7, слон Ф6, слон Ф6, ферзь Ш6, король Е7. Король Е7. Фигур много. А? Фигур много, да, король Е7. Здесь я где-то... Я думаю, что машина, я уже не помню, как, но должна оценивать как безнадежную поэту совершенно. Слон Б5. А, блядь, секундочку. Слон ладья Ж8. Вот, я здесь... Мне кажется, здесь надо было Е5 ходить. Угу. Я сделал плохо. Ну да, я пошел ладья Ж8, пошел ладья Д1. Да, он пошел ладья Д1. Он пошел ладья Д1, и на Е5 пошел F5. Угу. На Е5 пошел F5, и ферзь Д2. Там смертельная угроза. Сразу надо было Е5 ходить. Мне кажется, вот как. И здесь, может быть, было все-таки не так ясно еще, потому что сейчас, если F5, я успеваю раскрутиться. В принципе, успеваю раскрутиться. Потому что там уже, там я, в этой пассе я ничего не успевал сделать, потому что конь С5, ладья Д6. То есть я не успеваю никуда выскочить. То есть вот, а если пойти здесь Е5, то, может быть, было еще не так ясно. Потому что, ну, мне нужны какие-то поля же для фигур. То есть если теперь F5, там, выскочили сюда уже, на поля на пешку, там как-то все начинает крутиться. Если дает Еф побить, то опять будет поля. Угу. Как только поля появляются, ситуация не такая очевидная уже, потому что угу. черные начнут как бы, знаешь, группироваться начнут. А, поэтому, может быть, после Е5 еще можно было бороться. А, в общем, борьба, потому что угу. белых... Да, тут надо разбираться. Наверное, машина будет радоваться, но опять, нам только важно же просто как-то, какие-то фигуры раскрутить. Я смотрю, так там, даже А4, может, тоже конь С5, опять это, там, конь Д7 идет. То есть тут все фигуры как-то складываются. Значит, там, вот. А после ладья Ж8, ладья Д1 сильно очень ход сделал. Я пошел Е5, Ф5, нужно сдаться. Угу. Не успеваю. Потому что все как бы, ну, нужны поля опорные, а здесь ничего сделать не удается. Хоть я ход сделал уже, но здесь не... А ладья Д8 я, по-моему, пошел. Угу. Ладья Д8. Уже выглядит, что все. И нужно все, да, да. Забили. Да, ладья Д8, да, потому что... Конь С5 не успел пойти. А вы конь С5 и сыграли, кстати. А, ну да, ладья Д6 просто, да. Да, ладья Д6. Ладья Д6, да, да. Ладья Д6, слон Ж5. Ну, немножко через три хода партия закончилась. Не, ну да, просто да. Но ходов нет просто здесь уже. Значит, я эту партию проиграл. Потом партия с шортом. Тоже такой, знаешь, ручной зевок. Но, к счастью, там пронесло. Е4, С5 была, с конь F3, Е6. Ну, конь С3 пошел шорт. Угу. Да? А6, Ж3, Б5. Слон Ж2, слон Б7, Д3, Д6, рокировка. Я пошел здесь. А я пошел конь Д7 здесь, да, конь Д7. Пошел от пома А3 сыграл, что здесь А3. Ну да, но я А3. И здесь я, значит, надо слон Е7 пойти сначала, uh-huh. просто, чтобы... Я просто по инерции хоть конь Ф6 сделал такой, да, он хоть конь Аш4. Начинается движение здесь. Я, да и настроение плохо, я хожу в слон Е7, причем руку отпустил, думаю, может, назад слон взять, но не,
неудобно назад ход брать как-то. Тогда уже как-то неправильно. Е5, думаешь, сразу надо сдаваться? Или еще можно поиграть? Ну, пошел конь d5. Ну, интересно, что шорт, он настолько обмолотил, вот уже е5. Пошел конь d5, и как-то вот он, типа, конь f5 ход. Ну, в общем, в итоге так ситуация выровнялась, и я как-то там сделал ничью. Сейчас я пытаюсь понять, Камский, кто со мной конкурировал там? Анан, проиграл Камскому, мне кажется. Карпову. Или 13 натурин Карпову проиграл. А до этого, может быть, да, значит. И Камскому отложенную. Вот. Я же помню, что он провел отложенную. Да. И как бы ситуация все стабилизировалась. В последнем туре я там уже, там, по-моему, там опережаю там чуть не на очко. Но партия принципиальная с Карповым. Да. Я же там чуть не проиграл ему там белыми в Амстердаме. Хочется как-то отыграться. Ну, получится очень красиво. Конь f3, конь c6, d4, значит. Ну, быстро все играем здесь. Ну, понятно, что Карпов, это то, что он к матчу готовил уже. Да. Значит, ферзь e7, ферзь e2, конь d5, c4, слон h6, b3, g6 пошел тут. Да. Ну, ход g6 смотрели тоже. Потом тут еще ход g5 появится. Вообще. g6, f4. Ну, здесь сейчас там какая-то уже теория большая, форсированная ничья, но ход f4, как понимаю, был, в общем, таким определенным сюрпризом. Uh-huh. Потому что, ну, могут g3 играть белые, g3, там слон g7, слон b2, такая, ну, будет такая теория есть. Ладья e8, тут как бы рокировка. Меняются на e5, cd, бьют на f1. В итоге получается ладья две пешки против слона и коня. В общем, uh-huh. белых минимальный плюс, но ничья. Но я-то как раз другие планы. У меня были здесь f4. Вот, в общем, активные ходы, так, чтобы, значит, потом ферзя куда-то отвести, значит, быстро коня сбивать этого. И Карпов здесь там пошел в 6. Да. Ну, может быть, это тоже часть подготовки была в 6. Да. И тут я задумался, вот, нашел за доской очень интересную идею. Это ничего, как я понимаю, там не дает, потому что там теория показывает, что нормально в итоге будет. Но, значит, я пошел слон А3 здесь. Так. И Карпов пошел ферзь в 7. Да. Ферзь в 7. Ферзь Д2. Да. Ферзь d2. Из-под связочки. Из-под связочки ушли, значит. Конь b6. Конь b6. Конь b7, да. Конь b6. И тут начинается интересное. Где c5. 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 Где тут слон f1. Да. cb. cb, да. Хотя опять пошла. Нет, а b. Да, ну тут уходить, когда... Ну, мне кажется, уходить надо было все-таки здесь, да, ему? Вот. Нет. Это уже не сильно помогает. Ну, это уже не очень хорошая позиция, видимо. Не очень хорошая позиция. Ну, Карпов-то, хоть об этом был страшно доволен здесь. Ну, потому что вариант считается слон f8, ладья f8, ладья f1, fe. Угу. Вчера шикарная позиция. Ну, и тут... Хороший, да, следует. e6. e6. Так, редко такие ходы удается сделать. e6. Теперь после ферзь e6, король f1 нельзя бить на а3 два раза, потому что это связка. Угу. e6. Ну, в принципе, партия кончилась. Ну да. Значит, он ДЕ пошел здесь. Да. Слон бьет f8. Вот. Ладья d8. Ладья d8. Ферзь b2. Ферзь b2. Точный ход. Да, ферзь b2 еще ход. Он побил здесь, да? Слон g2. Слон g2, ферзь g2. Да. Король f8. Король f8. Ферзь c6, да? Да, ферзь c6. Ну, какая-то компенсация черных есть, но все-таки, ну, я недостаточно даже. Ну, да. Да, ну, я вообще партию выиграл. Был очень доволен. То есть, вот, все, возвращается на круги своя все.